Муниципальный лагерь «Ровесник» продолжает свою работу. В течение лета там смогут отдохнуть и оздоровиться около 500 славянских ребят. Для них будет проведено 5 смен. Каждая посвящена определенной теме. Сейчас в лагере проходит социально-педагогическая профильная смена «Форум лидеров». О том, как отдыхают ребята, чему учатся у своих наставников и с какими впечатлениями будут возвращаться домой, узнали наши корреспонденты. Славянский район – один из немногих, на территории которого сохранен и работает муниципальный детский лагерь для летнего отдыха «Ровесник». Открылся лагерь в начале июня. За 2 месяца здесь уже отдохнуло более 300 славянских ребят. Сейчас в лагере проходит 4-я по счету смена, и называется она «Форум лидеров». Она объединила школьников со всего района, победителей районных, краевых и всероссийских творческих конкурсов и олимпиад. Основной ее целью является создание условий для развития творческой и лидерской активности этих деток. Для этого концепция нашей программы строилась на том, что мы предлагаем детям различные мероприятия по разным направленностям. Это коллективно-творческие дела, какие-то мастер-классы на развитие лидерских качеств, на ораторского искусства, творческие мастерские, где дети показывают свои именно лидерские качества в определенных видах там, творчества, искусства и так далее. Каждый день в детском лагере «Ровесник» расписан буквально по минутам. Подъем в 7 утра, затем зарядка, завтрак, но после начинаются разнообразные тематические мероприятия с творческими конкурсами, играми, спортивными соревнованиями. Многие ребята, которые здесь сейчас отдыхают, не первый раз в «Ровеснике». И они с удовольствием бы приехали сюда и в следующем году. Интересная творческая программа, новые друзья, солнце, море и песок. Что еще надо для хорошего отдыха? Я приезжаю сюда почти каждый год. У меня всегда остаются хорошие впечатления. Всегда хочется вернуться еще раз сюда. Здесь весело, вкусно кормят. Всегда все рады нам. Есть как свободное время, так и всяческие мероприятия каждый вечер. Занятий полным-полно, дел много. Всегда дети заняты, чем-то увлекаются, чем-то что-то делают. В общем, очень нравится. Я с удовольствием сюда еще раз приехал на следующий год, если получится. На море, если, конечно, позволяет погода, ребята ездят ежедневно. Солнечные морские ванны они принимают на территории пляжа базы отдыха «Лебяжий берег», куда их доставляет школьный автобус. Чуть больше 5 минут в пути их встречает ласковое Азовское море. Смена «Форум лидеров» подходит к завершению. И совсем скоро отдохнувшие и загорелые ребята отправятся домой. До конца лета в лагере «Ровесник» пройдет еще 2 смены – военно-патриотическая и молодежная. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».